Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Rossiyada ishlovchi O'zbekiston fuqarosiga urushga chaqiruv qog'ozi kelgani ma'lum bo'ldi. Rossiyada ishlaydigan Siroj Nabiyevga harbiy safarbarlik doirasida chaqiruv qog'ozi kelgan. Siroj Nabiyev Rossiya fuqarosi emas va uni Rossiyada doimiy yashash guvohnomasi ham bo'lmagan. Urushga chaqirilgan Siroj Nabiyev O'zbekiston elchixonasiga murojaat bilan chiqdi. Просыпаешься утром, видишь прекрасную погоду, думаешь быстрее умыться, выйти на улицу, пока такое солнце. Ну, берешь телефон в руки и видишь 30 пропущенных от мамы и от брата. Перезвонишь спросить, что же случилось, сам переживаешь. Они тебе говорят, я чуть от инфаркта не умерла, тебе повестка пришла. И секунд 10 ты не понимаешь, что происходит. Потом тебя начинают расспрашивать, а ты еще спросонь. Тебе повестка пришла, сынок, о мобилизации по указу президента. Как так? Вот я не понимаю, как так они могут гражданину Узбекистана прислать повестку?